Так, а кто еще будет Турупак проходить? Ну, либо ты, либо Михалыч. Да, не знаю, сейчас мы с этот Миха решим. Ты, конечно, все заспойлеришь сейчас. Да. Будет не так интересно. Первый пак Горяну давать, по-моему, бессмысленно. Да. Ну что, пошел? Он бы и знает уже, судя по всему. Ну, то есть он... Ну, сейчас и второй узнает. Могу выйти пока, что там фильм по ютубу и стрим мохнуть. Потом позвоните. Да, так, у меня пока... Так. Окей? Да, хорошо, хорошо. Да. Да, все идет. Да. Так, ушел, где вступаю я. Впервые на босс раша. Посмотрим. Не, или впервые. Или не впервые. Впервые, да, впервые. Что-то запомнил, что на день рождения Дэнди тоже участвовал. Так, босс раш пак. Что у нас первое? Так, сейчас будет второй пак от Сергея Землянухина. Кто мне такой дал? Что он приготовил? Adventures Magic Kingdom. Так это же Magical Dorothy, не? Или я что-то путаю? Нет, нет, не Dorothy. Там про Микки Мауса. Да-да-да. Вот как. Так, Boss Rush Pack, States. Один. Во. Так. Ром, можешь убавить звук, а то что-то прям да? Вопит в наушник. Вы все слышите? Прям. Ну... не знаю, как на ну, стриме, потерпите, но... у меня такие наушники. На стриме было нормально. Нормально. Ну чё, одна попытка. Да. Эй, на стол надо, что ли? А, да. Походу. Так, это и есть борщ, что ли? Да. Честно, я эту игру впервые вижу. Я сам. Так, у нас тут автор пака в чатике. Приветствую, чё, блин. Что ты мне дал? Я в эту игру не играл. Черт, я сдох. Так, на это и расчет, наверное, был. Значит, следующий. Следующий, да. 1-0. Пользу ужаса. 1-0 пользу игры. Да вы чё, ёп. Юноид мне дали, блин. О, юноид. Юноид. Че, 9-0 прикольно, там боссы-то все одинаковые. Там карточная игра чисто. Ай, блин. Ну, главное, что босс. А я не умею в карты играть. Черт. Что? Ну, тут, короче, смотри. То есть, если не ошибаюсь, тут у тебя будет куча пиц. Ну, слева твои пиццы, справа его. И, по-моему, если не ошибаюсь, нужно как можно больше пиц сожрать. То есть, когда у тебя пицца закончится, когда ты их сожрешь полностью, все, ты победишь. Ага. Если не ошибаюсь. Так, а дальше я не помню. А дальше я не знаю. А, в общем, вот как бы, то есть, ты можешь. То есть, вы ложите карты на стол, то есть, допустим, он положил единицу, и если ты положишь двойку, то ты выиграешь, как бы, и съешь. Ну, кое-как понятно. Ладно, посмотрим. Да, то есть чем больше у карта на столе, тот, ну, у кого больше карта на столе, тот и побеждает. То есть там еще есть модификаторы у тебя, то есть 2, 3. То есть можно несколько карт сразу ложить, если не ошибаюсь. Ага, все. Подсказка, используй П и Ш. Да я не играл, блин, я сейчас продаю по ходу дела. Попробуй, тут несложно. Я как понимаю, это босс... какой-то изначальный, то есть если вообще не первый. Тут даже при... Тут, короче, нужно умудриться не проиграть. Не, ну, вон, у него на целую линейку пиц. Да. И... больше, поэтому успеешь. Не, у него модификатор, конечно. Ну, карты так, у него. 8. Дами 5. 1? Ну... быть двоечка. Ну, здесь, по крайней мере, не на реакцию. Здесь еще терпимо. О, да. Так, еще 6 штук. Не могу вспомнить эту картинку.
Ну, по типу, надпись была бы на ней такой. Проиграл. Типа боссу на реакции в геноиде. Не мог вспомнить картинку с Эминем. Ого, пятерка. Ладно, будем вот так вот. Так, еще 4 штуки. Ух, единица. Ну, пусть будет. Скажем спасибо. Пусть будет. Так вот. Так. Еще 3 штуки. Главное, чтоб двойку дай. 4. Ну, пусть будет 3. Так, удвоения у меня закончились. О, одна пицца осталась, ну-ка. Сейчас, может, и выиграю. 2-2-2. 4. А, ну чё. Тогда вот так вот. Всё. Блин. Смерть, я было не сложно. Да, интересно даже. Вот потом поиграть. Ну, унылая игра, на самом деле. Лучше в японку играть, как говорят. Да, да, я хрен знает, я не играл в японку, но это для меня был даже сейвами очень унылым. Так, записываем единичку. И что у нас за игра? Это уже интересно. О, я уже по звуку боюсь. Big Nose Freakouts! Это тоже тролльская игра какая-то. На которую Ванёк на нём проходил. Ну, как бы, Егор, любая игра от Камерики, она тролльская. Любая. Так, о, чудик с носом, здорово. Так. Так, а я не понял. А, вот босс. А! Да вот этот мне хрен еще мешать, походу. Его тоже валить? А, вот шарик. Я понятия не имею. Где камериковские игры так? А, вот и у жизни-то. Точно. Не туда! Фу. Уйди, уйди, уйди. Да! Так, я в живых, живых! Сдох. Да, все. Ну, одна ж попытка. Ясно. Прекратил босса-то. Так, ну что, четвертое. Стоп, а разве сдох? Я что-то анимацию... Да, да, или сдох. Это... Вроде как. Интересно. Опять воевай. Ваки там. 1-2. Покерейс. Покерейс. Снова. Опять. Интересно. Надеемся, что с другой босс. Так. Ну, ребята-то не знали, какие у них боссы, поэтому так, надеюсь, там есть шанс, будет. Что будут повторы. А, вот, косточка. Да, тихо. Нет, нет повторов нет. Только игрулька повторилась, и все. Игрулька-то это ничего. Ну это да. Айс. Ну тут все боссы на самом деле похожи, они какие-то, блин, на машинах. Ну то, что мультик же там, типа, вроде бы, если не ошибаюсь. Там гонки. Типа. Да, 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 поэтому босс все всякие пошли. Название как бы намекает. Да не промахнись ты, собака тупая. Вот хрен тебе. Так. А! Да. Реально босс какие-то однотипные, только паттерн. Вторая форма типа, он будет прыгать походу. А нет, катать. Можешь прыгать? Скотина. А! Тихо. Фух, успел активировать сердечко. Кстати, спасибо, и я выиграл. 2-2. Красава. Ну тут боссы отлично. Очень легкие. Благодаря сердечке. Еще. Того два из... Я не знаю, так, скольки. 2-2. 2 из 10. 2 из 10, да. Ну, нет, я просто это... У меня такая система. Я просто палочку ставлю, то что вот один босс есть, еще один есть. А, еще есть. Так, я, ну что, пятая игра... На одну попытку. Что у нас дальше? Что это за говно? Симпсоны, что мать твою. Что? Что у Гомера с ногой?
Одна жирная, другая похудела, наверное. А, это Шэдоу против космических мутантов. А первый босс, по-моему, этот будет. Селик восстановления жизни, сказывайте. Окей. А, этот у нас будет, как его? Который ха-ха! Нельсон. Да. Да. А! Сдох. Ты вообще жизни, я даже не вижу. Да все, я уже знаю. А, два попадания и умер. Да. Я сам не знал. Неприятная игра. Ну. А, это в Акерейсе. Подсказку просили. Блин, я не могу, блин, временно читать чат. Так, шестая у нас на три попытки. Так, да, пошли. Игры на три попытки. О, спасибо, ребят, спасибо. Все, я сейчас затащу. Задрот сноуброза. У нас Жрома. Спасибо, и кто у нас последний? Да, я так и знал. Все, поехали. Три попытки, это три жизни у нас. Так. Эй! Ух, успел. Первый пошел. Неловко. На вой наступил. Бывает. Вот придется с дефолтом гонять. Так ты можешь сейф загрузить. Нифига с дефолтом-то гонять. Выпендриться что? Ну окей. Так. Бег есть. Фух, успел. Так, мне нужен синий. Блин. Эти пузыри надо попадать, чтобы брать баночки вот эти. Улучшалки. Довольно сложно подбирать. Зато бег есть. Это нормально. Так, что-то враги не вылезают. А вот один вылез. Вам чтоб справа. Так. Так, пока потихоньку все ровненько. О, первый сдох слева. Ну все, сейчас будет легче. Так, Денис пишет. Получается, одна попытка — это все жизни до геймовера, ну. Ну тут считай нулевая жизнь еще. Ну да, были пожелания все-таки оставлять одну жизнь на босса. В том-то и дело. Но не оставили, не оставили, значит, все нормально. То есть у нас правило. Одна попытка до геймовера, пока сдохнешь, а не одна жизнь на босса. Так. Тут уже на совести того, кто составлял пак. Так, два удара где-то остался. Если он посчитал, что так будет, так сказать, правильно то сделать, что по сложности так, не слишком было анфейрно, то норм. Ну да, когда батл тотс поставили одну жизнь, это вот да. Ну, но это был расчет последний босс же, типа. Десятый, чтобы все порвали все жопу. Если было бы там... Все, готово. Там 6. Вот, отлично, еще одна. Если бы там было, блин, жизни 5, то это королеву... Я бы вообще дал одну жизнь, одну попытку на эту королеву, реально. Даже с 5 жизней. Так, 3-3 счет. Ровненько. Ну, даже. Да, получается, что так. Так, седьмая игра. Интересно. Так, Женщина Райлон 4. Ух ты. Так, чую, это у нас предпоследний босс, судя по оружию и вещей. Я уже не помню, надо серпом, что ли? Ну, посмотрим. А, я помню. Так, не так. Мне надо сначала косточками закинуть. Блин, я даже... Я когда-то проходил.
Ай. Призрак. Ну-ка. Все, пошел. Внизу есть... Ах ты, скотина. Ну ладно. Подсказонька, внизу есть два доп. Сердечка. Да я-то в курсе, я ж проходил игру. О, ну, ну я тот самый. Я читаю чатик всего лишь. Так, он пойдет сейчас пока посередине. Ай, бегом, бегом. Эй, так. Так. Ну, удар нанес. Еще. Так, он потом красненький становится, как я понимаю. По воспоминаниям игры. Черт. Полняшки есть, это хорошо даже. Ну, хорошо. Пока что. Так, главное сейчас не прыгнуть. Так, опа, уже стреляет, однако. С перемещением главное. Теперь разбираться. Фух. Готово. Отлично. Четверочка. Четверочку. Босс простецкий даже на три попытки. Так, восьмая. Опять Codemasters, да вы задолбали. Оу, Дизи. Яйцо. Там еще боссы есть? Мне самого вопрос интересный. Сейчас посмотрим. Ой, а я на краю стою. Что делать? Не вправо идти? Это босс. Ну, наверное, вправо идти. Хз. А, сейчас. Спаси меня, Дизи! А, да, да, точно, точно, там будет маг же, последний босс. И, по-моему, единственный. Мне это подыматься? Какого хера? Ой, what the fuck, а? Тут даже... Тут один удар, по ходу дела. Как бы в дизиках он, насколько я помню. А, дамаг есть. Да не-не, да, у меня один удар точно. Тихо-тихо-тихо. Я вот так вот постою. Да, хотел прыгнуть. Да куда ты скатился, яйцо? Да, еще. Меня вниз смещает, когда я получаю урон. Окей. Болтай. Да куда ты? Сука, у меня сейчас рейдж начнется. Да... Вставай, тупое яйцо. А, кстати, на самом деле, довольно-таки тяжелый босс-то. Ванёк... Да как туда запрыгнуть-то, он о нем очень хорошо отзывался. Но у него, по-моему, с первой попытки получилось. Да. А, надо было вот так. Все, ясно. Все понятно. Вот так. Трольская вообще. Вот так. Так, а ну. Вот. Ладно. Так, а мне надо зеркало надо дойти, как я понимаю. Ну, наверное. Вроде же. Да ну куда ты, яйцо тупое? Сука, сварить тебя, блин, потом. Да куда ты меня скатил? Да... Дэвил дизайн, мать его. Тупое яйцо, ну куда? Сука.
Вообще тролька. Да я с этим управлением никак смириться не могу, во-первых. Во-вторых, тупые прыжки! Вон, шарик. Да иди ты нахер. Нет, мы услышали Ромин Рейдж. Ага, впервые, да. Вообще. Ой, ну точно я тебя зажарю потом. Специально нарисую руки, ноги и глаза. Спрайты возьму, распечатаю. Нарисую. Окей. Я жарить яйца умею, так что... Ой. Ух, у меня походу там один удар остается. И как? Вот сейчас. Фу, а, я потом застрял и все. Да! Тупое яйцо! Какое ж ты тупое! Ладно, три попытки, это ничего. Угу. Тогда... Да! Сдох. Так. Откуда же, значит? А! Ладно, тогда загружусь. Если никто не против. Да, господи. Какая же разница? Так, надо все-таки до зеркала дойти. Ну да, по-моему. Ты при том, кстати, был близок. Ага. Кстати говоря. Ну шо, батл... с этими ашотами. Это батлтос пошел. Очередной. Дизи Феля там в замке сражается с ашотами. Я просто смотрю на эти мордочки и там какой-нибудь. Просто представляется ашот. Помидор торгуй. И рыб помидор. У нас просто вот лето начинается в Краснодаре, все у нас на каждом углу стоит девитос и из багажника куча помидоров там и прочих овощей. А помидоры просрочно тебя, верни деньги, падла. Нет, ты не понимаешь просто всей сути, потому что они все с усами стоят, они все просто стоят. А, учитывается чувствительность прыжков, оказывается. Так, стоять. Что-то у меня лаги пошли. Неисчерпанные. Так, вроде перестало. Ладно, продолжаю. Подлагало чуть-чуть, ничего страшного. Ну куда ты меня? Сука, ты еще меня вниз кинь. Да, куда? Иди вон, туда, налево. Я сказал, не туда. Ладно, полжизни снесли. Вот это тупое место, на самом деле. Да, как... Ой, срань. А ты какой босс по счету уже? Восьмой. Восьмой? Да. Так, человек интересуется. Угу. Когда босс Раши на Сегу будут? Ну, пока что куча еще боссов, которые прислали зрители, плюс еще за спойлеры, ну, такой Кулхат прислал свои паки. Пока что у нас Нессовский босс Раш. Ну, грубо говоря, если кто-то из зрителей хочет конкретно не по одному боссу, а конкретно прислать пак сеговских боссов... Хотя, нет, давайте пока... сеговскими боссами на потом немножко, потому что надо определиться с эмулятором, во-первых. А потом уже все-таки сыграть со зрителей сейвы. Все протестить. Вниз, ну, мы объявим обязательно. Но это будет, наверное, все-таки не совсем скоро. Так. Почти. О, вот. Да тихо. Тихо там держишься. Сука, Рома, вставай. Вставай! Хватит на месте стоять.
Рома, у тебя подсказка, короче, дойдешь до зеркала, надо, чтобы босс выстрелил в это зеркало. Все ясно. Да это тупое яйцо! А вы мне про зеркало... Да ёп! Да... Блин. Ай... Чё-то как-то не хреново с этим яйцеподобным существом. Кто-то в чате писал, да я вообще это за босса не считаю. Ну-ну. Ну-ну-ну-ну. Там же чуть-чуть, походу, оставалось. А нет, там еще четверть оставалось. Ну все равно чуть-чуть. Ладно, третья попытка. Я буду вот так отступать еще. Да. И куда ты меня назад? Да. А, тупое это яйцо, очень-то тупое. Так. Егор, Ваня тут задает вопрос, можно ли свой боссураж перевернуть. Да, конечно, конечно, Ванюк, я ж вроде ну, тебе... Ну, да, да, можно. То есть... Какие ж проблемы-то? Ой, господи. Да, то есть, каких проблем? Уже поняли. Даже зрители присылают паками. Так что можно. Даже нужно. Это даже нужно, да. Ох, как боссы такие... Рому тратит это вообще. Да, тупой этот. Ванёк сейчас там носит, просто ухахатывается. Да ведь он-то может его пройти. Да пиздец этот шарик, блин. Крутится, вертится. А, по другой конструкции Ваня спрашивал. Ну, по идее, да. То есть, вот, тоже, я не знаю, говорили, не говорили, Жень Богатцев тоже свой топ предложил. И он хочет сделать не по попыткам, а по времени. То есть попыток неограниченное количество, а время как раз таки ограничено. То есть, ну, по идее, да, но только, естественно, чтобы было адекватно это. Есть еще солидность, походу. Нужно. Кстати, Дизи. Да тупой ты. А какая попытка? Третья. Третья уже. Эх. Да, все. Слил. Ну не могу, блин. Ну, тяжелый босс, наверное, да. Бывает. Девятый. Ёб твою мать. Это Battle Kid. Ха-ха. Ты ж проходил его. Нет. Или не... А, нет, ты ж Стримерс проходил. Мне. Стримерс, да. Точнее, не хак, а как эти игры-то называются? Хоумбрю. Хоумбрю, да. Домашнее ображение. Денису должно понравиться. Потолки крутая. Ну, что, мне 4-4, вправо... да, счет у нас получается? Мне вправо идти. Почему? Рома 5 вроде как завалил по моим записям. А, 5? Ну, отлично. Но это ж 9-й босс. Он написал 4-4. Так, ну что, вправо идти? Вправо. Ну, да, потому что там же Басярий. Твою мать. Это цветок. Я сдох. А это первый, что ли? Ну чё, я просто сейчас что-то... Какой там Ферн для меня босс сейчас? Ну он первый, не, он нормально подбирается, на самом деле. Да блин, босс... ну... Да. Я не успеваю. Ты я ещё точно солью? Ну? Ну, потому что я не играл. Ну да, представляю. Не надо. Рома, сразу же забегаешь, прыгаешь на платформу и стоишь. Поздно! На платформе. Поздно! Все. Ну ладно, ладно, ладно. Бла-бла-бла, ладно. Я не играл. Десятый. Я просто вспомнил. Да вы шутите, это на 5 попыток. Черный плащ. Черный плащ? На 5 попыток? Кто у нас? По музыке слышно. Черный плащ на 5 попыток? А боссов не перепутали с случаем. Да.
Это чё, антиплащ, что ли? Какой антиплащ? Хак, что ли? А, это Advance, что ли, получается? Это Advance, да, который Advance. Все тогда. Тогда 5 баксов. Вообще точно. А он жопный, я его, по-моему, там хрен знает какой попытки прошел. Вау. Ему еще паттерна, блин, нет. Сколько? 20 дней? Его... Это же, считай, тот же самый, как его зовут? Да какого? Паттерн у него у того же, как у этого волка, он же заменяет. Да, его, сейчас он перепрыгнет, походу. Дело? Нет. Я бану в оригинал сейчас скинете. Оказывается, нет. Я сам. Так, если у меня стрелы закончатся, я могу... За это самое... Эй, блин! Черт. Так, попытка номер 3, какого хрена? Там 90 жизней было или мне показалось? Это почему? Стрелы. 90 ага. Штук. Да. Видите? Да. Ой. Ой. Даже кости доп. Оружия. Да какого, блин, нас... О, даже черканул. А, все. Давай дефолт. Он, походу, долгий. Как неизвестно, черт. Ну да. Давай, мочи. Мочу как могу. Эти... Блин, тебе повезло, он... А, не особо повезло. Просто ты к нему тактику да, подобрал, а то я подумал, что он начал исполнять паттерн такой. Ну не паттерн, он у него бывает такой, что он его заклинивает, он раза 3-4 одинаково бегает. Ему легко можно подобрать. Куда ты в середку пошел, придурок? А, да ты вот так еще можешь. Да хер тебе. Е! Все! Я красавчик! Давайте концовку шут посмотрим. Ну просто. И это концовка. Спасибо. Все, Рома победил игру. Да. Игры, точнее. А какой счет? Затащил. 5-5 получается, если я не ошибся. 5-5? Да, 5-5. А, 5-5, а, не вот. Них. Или подожди, не должен же быть 5-5. Почему 5-5? Так, 5 а кого я завалил? Нет, сноуброс, а, значит, вот ничья, это... ничья. Ну, да. Да. Пак? Спрашивай, нормальный или пак? Да, вообще, да нормальный. Если бы не это сраное яйцо. Сука. Но, блин. Сережа, красавчик. Делай еще, что ли. Так, ну чё? Так, отличненько. Кому эстафету? Так, ну чё, сейчас вроде бы у нас должен быть кто-то. Михалыч или Кент? Вроде Кент. Ну, Михалыч. А, не, подожди, стоп. Михалыч же должен быть. Михалыч, ты тут? Ты можешь сейчас играть? Михалыч. Михалыч, ход дела нет. Ну ладно, ребят, мы, короче, сейчас тогда прервемся, решим, кто будет играть, и уже возвратимся.